Их расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели им раздеться, затем к обрыву встать спиной. Но прозвучал тут голос детский, наивный, чистый и живой. «Чулочки тоже снять мне, дядя!» Не упрекая, не броня, смотрели прямо в душу глядя трехлетней девочки глаза. Чулочки тоже. И смятением эсэсовец объят, рука сама собой в волнении. Вдруг опускает автомат и снова сколом взглядом детским. И кажется, что в землю врос. Глаза, как у моей усины, в смятении смутно произнес, овеянный невольной дрожью. Нет, он убить я не сможет. Но дал он очень спеша. Упала девочка в чулочках, снять не успела, не смогла. Солдат, солдат, а если б дочка твоя вот так бы здесь легла? И это маленькое сердце, пробито пулей твоей. Ты человек не просто немец, ты страшный зверь среди людей. Шагал эсэсовец упрямо, шагал, не подымая глаз. Впервые, может, эта дума в сознании отравленном зажглась. И снова взгляд светился детский, и снова слышится опять, и не забудется навеки. Чулочки тоже снять.